В Адмиралтейском районе снизилось количество уголовных дел в отношении должностных лиц. Если в 2015 году их было совершено 11, то в 2016 уже 9. За этот год все уголовные дела в отношении должностных лиц были направлены в суд. 8 случаев из них по категории дачи и получения взятки, 1 – мошенничество. Улучшение статистики представители прокуратуры связывают с ростом правосознания как граждан, так и чиновников. Люди видят, информация в СМИ также поступает о совершаемых фактах таких преступлений. Поэтому, скорее всего, это также сказывается на сознании, правосознании тех лиц, которые шли те или иные должности в органах государственной власти. Такая категория преступлений является скрытой и многое зависит от тех, у кого вымогают взятку. В таких случаях обращаться нужно в правоохранительные органы или прокуратуру. Гражданину важно зафиксировать сам факт обращения в госорган и ответ, который ему предоставили. Хорошим подспорьем будут фотографии, электронные записи общения или любое другое материальное подтверждение нарушения закона со стороны чиновников.